Луковица Георгина Халихал Лемон Айс, далее Холихил Лемон Айс, любимы садоводами, потому что привносят в клумбы яркие солнечные пятна. Растения с крупными бутонами, достигающими в диаметре 20-25 см. Высота крепких прямых стеблей до метра, поэтому не заметить такой цветок просто невозможно. Бутоны насыщенной, приятной для глаз окраски, сливочно-желтый фон с легкими светлыми мазками по самым краешкам лепестков. Описываемый сорт махровый, форма цветов почти шарообразная, выглядит эффектно. Для посадки рекомендуется выбирать освещенные, теплые места без ветра. Георгина декоративная Халихил Лемон Айс – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, миксбордеров, газонов. Георгина прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола георгина декоративная Халихил Лемон Айс можно отнести к группе обыкновенные. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания георгина прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает георгина декоративная Халихил Лемон Айс в месяцы июль, июнь, август, сентябрь, октябрь. Цветы имеют слабый аромат. Интересные цветы георгина могут быть до 20 см. Как правило, на одном цветоносе размещается 5-7 цветков. Лист этого прекрасного растения по форме заостренно-овальный. Обратите внимание, что георгина декоративная Халихил Лемон Айс – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.